הראשונה, ואז אתם תביאו את הגאולה. ומוצב תלתק לחדה, אבינה. Православные волнуются о том, чтобы не произошло измены православия, чтобы не произошло некой такой мимикрии, что оставаясь православными, мы не перестанем быть православными, чтобы не было какого-то религиозного предательства. Вот о чем волнение. Волноваться не надо. Каждый год Папа проводит экуменическую встречу, называемую Конференцией секретарей Всемирных христианских организаций. Поражает состав ее участников. Англиканская церковь, Всемирный баптистский союз, Православная церковь, Церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Да-да, Церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Всемирная лютеранская церковь. Всемирная меннонитская конференция. Всемирная Муравская церковь, Пятидесятники, Армия спасения, Квакеры, Всемирная церковь Христа, Всемирный евангелический союз, Всемирная методистская церковь и Всемирный совет церквей. Они все собрались вместе, чтобы содействовать единству с Вавилоном. Католическая церковь является важной частью американской истории. Америка стала сильней благодаря трудолюбивым католикам из Нью-Йорка и до самой Калифорнии. Католическая история была действительно уникальной и великой. Моя администрация стояла бок о бок с американскими католиками, чтобы распространять ценности, которые мы все разделяем, как христиане и как американцы. Мы также можем согласиться с необходимостью встать и рассеять антикатолические предубеждения, и великие религиозные лидеры дают нам пример, которому мы можем последовать, и мы должны объединиться не только как народ, но и как мировое сообщество. И 10 рогов, которых ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. КЛА-ТВ и сегодня вещает для вас с другой точки зрения, независимо и без цензуры, на тему «Грядет ли единая мировая религия?». Бывший президент Израиля Шимон Перес встретился 4 сентября 2014 года с Папой Римским Франциском. На этой третьей встрече Перес предложил Папе Римскому всего за 4 месяца основать Всемирную организацию объединенных религий во главе с Папой Римским. Перес обосновал свое предложение так. Замена объединенных наций объединенными религиями была бы лучшим путем в противостоянии против террористов, которые убивают во имя веры. Звучит как мир. Но не замена ли это свободы религии на диктатуру религии? Большинство жителей планеты считают себя верующими. Это должно вести к диалогу и взаимопониманию между религиями. Мы не должны переставать об этом молиться, а также сотрудничать с теми, кто думает иначе. Я верю в Будду. Я верю в Бога. Я верю в Иисуса Христа.
Я верю в Бога Аллаха. Многие думают по-разному, ощущают себя по-разному, ища Бога или встречая Бога разными путями. В этом множестве и разнообразии религий есть только одна определенность, верная для всех. Мы все дети Бога. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я надеюсь, вы распространите мою молитвенную просьбу на этот месяц. Этот искренний диалог между мужчинами и женщинами различных верований должен привести к плодам мира и справедливости. Я доверяю вашим молитвам. Всемирная молитвенная сеть Папы Римского. Папа Римский выступил 27 июля 2015 года с такой речью. И он сказал: «Господь Иисус Христос и Аллах – все это одни и те же имена. Они используются для описания одного и того же, для передачи одинаковых ценностей в мире». Поэтому от всего сердца молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане. Каждый обращается к одному и тому же Богу, Творцу. Веками кровь проливалась из-за того, что старались разделить наши веры. Весь мир связан верой. И мы должны, наконец-то создались такие условия, мы должны все объединиться. Мы должны создать единство всех вер в одном, в том, что мы все веруем в одного и того же единого Бога. Мы все должны понять, что мы все дети единого Бога, мы все Божьи дети. И тогда мы все вместе сможем совершить чудеса, если объединятся наши веры. И сейчас, именно сейчас настало время сделать это. Коран и Библия – это абсолютно одно и то же. Это две стороны одной медали. Поэтому от всего сердца молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане. Каждый обращается к одному и тому же Богу, Творцу. И вот в ответ на это мы получаем реальную Божью помощь. Некоторые люди со страхом, кстати, ожидают этого саммита. Разные страшилки распространяют в обществе, что, мол, соберутся разные религии для того, чтобы из разных религий сделать одну религию. Это вечная идея экуменизма. Совершенно верно. Сегодня преодоление разделений в христианской среде – это то, в чем заинтересованы все христиане. Задача заключается в том, чтобы начать диалог, начать транспарентный диалог. В переводе с известного языка на русский – открытый диалог, да? Прозрачный диалог. Вот механизмов такого диалога нет. И не случайно этот саммит приближен к саммиту Большой Восьмерки. Потому что декларация этого саммита будет представлена Большой Восьмерке. Если, может быть, где-то там замкнет эти два потока, то что-то положительное может случиться. Чтобы внушить людям, которые живут на этой земле, что мы дети одного Бога. Дети одного Бога. Tenemos el mismo bautismo,
somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando. Мы говорили как братья, потому что мы епископы, мы имеем ту же самую веру, и мы искали того же самого пути. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, дорогой брат, за те добрые слова, с которыми вы меня приветствовали здесь, в Иерусалиме. У нас с вами уже долгий, продолжительный и очень положительный опыт взаимного общения. Причем как вот на уровне двусторонних отношений, которые всегда были достаточно конструктивные, всегда были окрашены положительными эмоциями, так и на уровне многосторонних отношений, которые не всегда, к сожалению, были мирными. Иногда нам приходилось с вами вместе лицом к лицу встречаться с проблемами других представителей диалога и вносить свой умиротворяющий вклад в общие отношения между религиями. Я не хотел бы, чтобы из той критики, которую православные имели в отношении Всемирного совета церквей в Канберре, следовал вывод, что речь идет о членстве или нечленстве во Всемирном совете церквей. Всемирный совет церквей является для нас общим домом. И тот факт, что православные воспринимают его как свой дом и хотят, чтобы этот дом был колыбелью единой церкви, вот из этого следует их особая ответственность за судьбу Всемирного совета церквей и желание способствовать развитию экуменического движения. Я глубоко убежден, что то, что происходит на ассамблее, церкви должны взять с собой и понести к себе, перевести в свой, донести до своего народа. Если они им сделают это, и если они делают это, то это означает, что экуменическое движение есть движение церквей, а не отдельных представителей, не отдельной богословской элиты, которая приезжает в Канберру и для которой последствия ассамблеи безразличны. Я в течение моего экуменического опыта часто сталкивался с этим. Быть неудобным для большинства. Я вспоминаю несколько своих выступлений на Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей, когда вдруг люди начинают шуметь. То ли не понимая, что ты хочешь сказать, то ли просто воспринимая тебя как очень странного и не вполне, может быть, даже адекватного человека. И некоторые люди, сегодня православные люди, так и говорят. Вы напрасно тратите энергию в этих диалогах и в этих дискуссиях. У вас ничего не получится. И вот именно это мироощущение лежит в основе очень сильного антиэкуменического движения внутри нашей церкви, русской церкви. Могущественные секулярные наши братья, политики, обращаются к религиозным лидерам и говорят: вы организуйте диалог, вы помогите решить эту проблему. И происходят такого рода собрания. Если мы начинаем производить продукт, убедительный для людей, если мы находим систему коммуникаций с низами через наши религиозные общины, через наши приходы, через межрелигиозные группы на местах, через частные инициативы, мы действительно сможем привнести наш уникальный вклад. Культуру для цивилизации умана.
признают. Мы должны признать это сыновские отношения. Мы все сыны одного Бога, и тогда мы сможем открыть эти общие ценности, о которых митрополит только что говорил, и которые необходимы. Я полностью присоединяюсь к словам его Преосвященства Владыки Кирилла о том, что без веры мир погибнет. Пока есть хотя бы один человек в мире, верящий в Бога, мир существует из-за его достоинства. И здесь мы собрались на этом саммите не для того, чтобы показать, что у нас есть какое-то влияние, много ли мы на себя берем или мало, но говорить об истине нужно. А истина в том, что к какой бы религии, к какой бы конфессии мы ни относились, Бог один и един. Он один. Другого Бога нет. И все мы от Адама и Евы, род людской. И мы обязаны, не покладая рук, трудиться, чтобы нас услышали. Мировые религии накопили такой громадный опыт в своей истории миротворчества, что он не может быть не использован сегодняшним обществом. Наша задача, несмотря ни на что, слышат нас, не хотят слышать, обязательно доносить этот опыт до людей, до широкого круга людей. Я могу сказать, что за нами все-таки стоит достаточное количество людей, которые слушают нас, слышат, понимают, хотят слышать, и мы на них рассчитываем. Именно это громадное количество людей сможет переломить ту ситуацию, в которой находится сегодняшний мир. Способны ли вы сейчас взяться за руки и продемонстрировать то, что вы нравственно едины? Вот прямо сейчас. В отличие от многих политиков, которым часто в студии предлагают сделать то же самое, я думаю, можем это сделать без всяких трудностей, потому что принадлежим к единой системе нравственных ценностей, которые передаем миру. Хотелось бы это увидеть. Да. Папа Римский призвал христиан просить прощения у содомитов. Однако, если человек гей, но стремится к Богу, является человеком доброй воли, кто я такой, чтобы судить его? Когда кто-то является геем, но ищет Бога, и у него добрые намерения, то я, чтобы осуждать его, Папа Франциск. Сегодня Ватикан и католическая церковь, вот надо попытаться разобраться, почему, двигаются навстречу вот самым, казалось бы, как бы сформулировать, группам, которые до сих пор олицетворялись грехом, на самом деле, согласно догматам той же церкви. И вот сегодня это принципиально меняется. Почему? Так нужна паства? Что за этим стоит? Геев и лесбиянок в лоно церкви приглашал сам Папа Франциск. Либеральную идею понтифик объяснял прагматично. Их таланты и достоинства могли бы послужить христианскому сообществу. Такая постановка вопроса у некоторых епископов вызвала шок. В итоге формулировки смягчили и на синоде обсуждали лишь необходимость. Необходимость деликатного отношения. We must respect the dignity. Нам нужно уважать достоинство каждого человека, и если он гомосексуалист, это не должно помешать нам признать его и оказать поддержку. Ведь главная личность, а не ориентация. Мне кажется, что это очень важно. Так что одобрение церковью людей с нетрадиционной ориентацией основано на уважении их человеческого достоинства. В начале его понтификата кардинал Баньяско совершал обряд похорон вместе со священниками-геями. Кардинал Баньяско является главой епископской конференции Италии и имеет такого же духа, как экс-папа Франциск. Он сделал жест, которым открыл дверь гомосексуализму внутри церкви. 25 мая совершал похоронную мессу за священника, проталкивающего открыто гомосексуализм и транссексуализм. С кардиналом сослужило несколько гомосексуалистов, которые свое болезненное мышление открыто выразили тем, что имели на себе и петрохили цветов радуги.
Orixá das Águas Doces. Voltou a arriscar alguns passos. Durante o sermão, o Padre Pinto respondeu: a homenagem foi a Oxum, Orixá das Águas Doces. Voltou a arriscar alguns passos. Очередной гей-скандал в Ватикане. Хотя, казалось бы, здесь давно перевернули эту страницу. Ну как давно? С приходом нового папы, сменившим Бенедикта XVI. Но если верить авторам фильма, ватиканский заговор, показанный на немецком канале ARD, никакое это не прошлое. Педофилы, священники-геи и их любовники отлично себя чувствуют и при нынешнем главе католической церкви Франциске I. В церковной верхушке и среди епископов и архиепископов много геев. Здесь в Риме очень легко склеить гея в автобусе, в церкви и гораздо легче, если ты ходишь в гей-клубы. Сначала ты видишь понравившегося парнишку в клубе, а в воскресенье он уже у алтаря. 3 года назад итальянский журналист Кармело Аббатто узнал от своего гея о том, что тот переспал с сановником Ватикана. Так началось расследование, позже ставшее книгой. Аббатто вышел на целую группу священников-мужеложцев и даже смог снять закрытую гей-вечеринку, где служители католической церкви развлекают юноши по вызову. А потом наступил момент, который меня шокировал больше всего. Тогда я полностью осознал, что на самом деле творится. Что речь тут не просто о сексе. Священнослужитель из Франции наутро извлек из своей дорожной сумки церковную утварь и начал богослужение в том самом доме, где только что он и другие священники занимались всем этим. А это уже интервью одного из священнослужителей. Я надеюсь, однажды священники смогут иметь отношения с мужчинами и оставаться хорошими священнослужителями, и целибат будет необязательным. Со всем этим авторы фильма напрямую связывают и отречение Бенедикта XVI. Он не просто знал, что происходило при его понтификате, он возглавлял комиссию по расследованию сексуальных преступлений церкви. Вот только шли эти расследования очень неторопливо. Бергоглио легализирует гомосексуальную касту в рядах священства. Недавно даже говорил о гомосексуальном лобби в Ватикане. Гомосексуалисты и педофилы занимают наивысшие должности. Не принадлежит ли этой секретной группе и сам Франциск Бергоглио? Садомиты захватили Ватикан, и мне просто жаль огромное количество людей, которые исповедуют, в общем-то, эту веру и ходят в католические храмы, но это действительно так. Знаете, я вспомнил случай, я несколько лет назад был в Брюсселе, и там был огромный католический костел, храм, и прямо вот к стене этого храма были пристроены такие защитные стенки. Это был писсуар. То есть мы не могли найти туалет, и мой знакомый сказал, вот можно сходить помочиться на стену этого храма и, собственно говоря, сходить в туалет. Я был просто в шоке. Позже, когда я стал изучать ситуацию, я узнал, что там в католических храмах проводят дискотеки, отдают под всякие оргии там и так далее. Это, конечно, страшно, то, что происходит. Но не только гомосексуальные скандалы сотрясают католическую церковь. За последние 2 десятилетия Римская католическая церковь была вовлечена во множество скандалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Проявлением страшной апостазии, защищенной авторитетом Иоанна Павла II, были гомосексуализм и педофилия. Есть позором для всей католической церкви, что этих мерзостей на детях допускались духовные лица. Однако шокирует то, что на эти совершенные преступления высокие представители церкви молчали, виновников не наказывали, а наоборот, их преступления прикрывали. В 1983 году 15-летняя Эммануэла Орланди исчезла в пределах территории Ватикана. В настоящее время священники признали, что ее похитили для секс-оргии Ватикана, где, как многие думают, совершалось поклонение сатане. Ватикан молчит, но время проходит. Люди в гневе и требуют ответы на их вопросы. Ватикан старается избежать скандала. Люди с плакатами и именем девочки скандируют «Орландо! Орландо!». Миру открывается истинный облик католической церкви, самой криминальной из когда-либо существующих организаций. Люди скандируют «Правду! Правду! Правду!».
Заявление, которое сделал Габриэль Аморте, главный экзорцист Ватикана, что в Ватикане поселился дьявол, помещено в заголовках всех основных мировых изданий. Вы говорите о чем-то очень реально существующем, не так ли? Абсолютно. Очень реальным. Посмотрите, эта композиция называется «Воскресший», создана в 1977 году. Эта статуя размещена в зале аудиенции Ватикана. Композиция имеет 20 метров в длину, 7 в высоту и 4 в глубину. Ее часто можно видеть за спиной Папы Римского во время его аудиенций, которые проходят в этом зале. В этой странной экспозиции много настораживает. Вот посмотрите, предположительно это Иисус Христос. Давайте посмотрим на эти фигуры, размещенные на дереве. Они похожи на демонов, выходящих из ада. Если посмотреть поближе на предполагаемого Иисуса Христа, вот увеличенное изображение, то можно увидеть, что вот эта часть его головы похожа на голову рептилии. Вот глаза, вот рот. Это выглядит как Иисус и рептилия. А вот они сами сидят на фоне этой скульптуры. Из Откровения Иоанна Богослова мы знаем: «Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, по-гречески Аполлион». В Ватикане даже существует музей Люцифера. Музей был основан в 1933 году по велению Папы Пия XI. Существование музея хранится в тайне. Бывший католический священник Мартин Малахия пишет в своей книге «Дом, унесенный ветром», что 25 июня 1963 года в Риме прошла большая черная магическая церемония возведения на престол падшего ангела Люцифера как главу Римской католической церкви. Он пишет, что через 50 лет после этого ритуала сатана должен занять папский трон в 2013 году. Церемония проводилась в трех масонских ложах одновременно, в том числе в Южной Каролине, центре масонов Южной Америки. Несколько католических священников и епископов уверены, что воскурения сатаны поднимаются из Ватикана. Габриэль Аморф, главный экзорцист Римской церкви, не последний человек католической церкви, говорит то же самое. В Ватикане орудует дьявол. Это громкое заявление шокировало сегодня весь католический мир, потому что это слова Габриэля Аморте, главного экзорциста папского престола. Именно он официально, если можно так сказать, и занимается в церкви изгнанием бесов. И по мнению Аморте, последние сексуальные скандалы, в которых замешаны священники-католики, тоже работа сатаны. Репортаж нашего собственного корреспондента в Италии Аси Емельяновой. В Ватикане поселился сатана. Эта строчка из мемуаров, которые появились в продаже в Италии, вполне могла бы украсить заголовок новой книги Дэна Брауна, но у их автора, 85-летнего падре Габриэля Аморте, слишком обширная практика, чтобы ему не верить. 70 тысяч случаев изгнания дьявола за всю карьеру. Дьявол поселился в Ватикане. Конечно, не просто найти доказательства, но со мной откровенны многие люди, и они это подтверждают. Кардиналы, которые не верят в Бога, епископы, связанные с сатаной. Когда говорят о дыме дьявола в Святом Престоле, это истинная правда. Так же, как и все эти последние истории про насилие и педофилию. Первое, что мы должны сделать, то бы узнать, поселился ли дьявол в Ватикане. Провести экскурсию в некрополе под собором Святого Петра. Когда мы попадаем в подземелье Ватикана, мы видим, что оно состоит из многих помещений, которые помечены отдельными буквами. Если мы внимательно осмотрим эти помещения, мы везде видим изображения языческих римских богов, чуждых христианству. Но если мы перейдем в следующий зал под буквой «Ю», то мы поймем, для чего они держат здесь всех этих идолов и их изображения. В этом зале нас ожидает самый сильный шок. Здесь написано «Изображение Люцифера, несущий свет, утренней звезды». Когда вы заходите в зал «Ю», вы видите здесь четкое изображение Люцифера, которое находится под Ватиканом, под собором Святого Петра. Почему они здесь оставили это изображение Люцифера прямо под Ватиканом? Они даже не скрывают своей истинной сути, что это уже давно масонская церковь. Люди, в большинстве своем простые католики, думают, что Рим – это чистая церковь. Они не возражают против того, что их обманывают, и заставляют их верить, что они все еще христианская церковь. Становится понятно, что дьявол поселился в Ватикане.
Выборы нового римского папы стали беспрецедентным событием в мировой истории. Новым римским понтификом впервые в истории был избран член ордена иезуитов. Приход нового лица на высшую должность католической иерархии вызвал ликование во всем мире. К сожалению, причиной такой реакции стало незнание большинством людей истинной природы иезуитского ордена. Везде его рассматривают как доброжелательный миссионерский орден, известный своими учебными заведениями. Но есть еще одна, наиболее важная и скрытая сторона деятельности этого общества. Орден иезуитов, или как его еще называют, общество Иисуса, известен узкому кругу еще и тем, что играет невероятно влиятельную, хотя и скрытую роль в судьбах народов, стран и каждого отдельного человека. Ему советовали стать Адрианом V в памяти четвертом папе-реформаторе. Самому же кардиналу Хорхе Берголию вообще-то очень нравилось имя Климент. Как я могу выбрать имя Климента, если именно папа Климент XIV запретил орден иезуитов, к которому я сам принадлежу? Церемония посвящения и высшие клятвы иезуитов. Вы были научены сеять семена зависти, насилия, ненависти между обществами и странами, возбуждать революции, войны в странах, которые были независимыми и успешными, занимать стороны воюющих стран и действовать тайно или сотрудничая с вашим братом-иезуитом, который может быть связан с другой стороной, но открыто выступающий против тех, с которыми связаны вы, только чтобы церковь, в конце концов, выиграла. Вы должны действовать так независимо от всех мирных договоров, потому что цель оправдывает средства. Потрясающе! Это главный принцип действия тайных обществ. Вы берете две противоборствующие стороны, разжигаете между ними войну, вы их стираете, в прах, пока от них ничего не остается. И результат этого столкновения дает вам синтез и именно то, что вы хотели получить. Иезуиты могли очень активно действовать в одной стороне, и они также активно действуют с другой стороной. Это процесс, благодаря которому они достигают своей цели. Сегодня, после долгих лет социализма, когда вопросы и религии оставались в тени, в обществе наблюдается конфронтация светских принципов и духовного возрождения. Поэтому необходимо продолжать диалог с наукой, сохраняя при этом общечеловеческие и религиозные ценности, которые мы чтим, не забывая, что основной религией в России является православие. Следовательно, нужно сотрудничать с Русской Православной Церковью во имя создания будущего, в котором найдется место диалогу и взаимоуважению. Полагаю, эти задачи будут являться основными для нас на многие годы вперед. В Россию не просачиваются сведения из международной прессы. Вот одна из таких тем. Королева Елизавета II должна была предстать перед Международным трибуналом за преступления церкви и государства в конце октября 2011 года вместе с главой Ватикана Папой Бенедиктом XVI. Им было предъявлено обвинение в геноциде детей и преступлениях против человечности. По материалам трибунала, оба обвиняемых сознательно принимали участие в планировании и сокрытии детского геноцида популяции индейцев магавк в Канаде. В 2008 году было обнаружено 30 сетей массовых детских захоронений при католических детских школах и интернатах по всей Канаде. Останки детей племени магавк были найдены в массовом захоронении в Брандоне, Онтарио. Но ни одно из этих 32 захоронений не были признаны как ни католической церковью, ни правительством Канады. Всего пропало 50 800 детей. Был создан Международный трибунал по преступлениям церкви и государства, который создал суды общего права. Работа в этом трибунале направлена на разоблачение криминального синдиката Дрангента, который поставляет детей для жертвоприношений по иезуитскому магическому ритуалу. Международный трибунал по преступлениям церкви и государства создал суды общего права с общим штатом в 450 сотрудников в 9 странах. В США организованы суды общего права в 31 штате. В судах общего права в США, Канаде, Ирландии, Англии, Бельгии, Голландии, Германии, Новой Зеландии и Австралии были начаты расследования против правительства, церкви и корпоративных должностных лиц за нарушение прав человека, преступный сговор, убийство и торговлю детьми. Более 800 человек являются активистами, работая в 24 местных отделениях судов общего права при координировании трех секретарей – Кевина Анета, Северная Америка, Джона Дюфорта,
Западная Европа, и Кэмерон Мотус, Азия. Работая в Канаде в качестве священнослужителя, Кевин Аннет соприкоснулся с одной из самых трагических тайн церкви. Из общения с представителями индийского населения он узнал о том, что происходило в интернатах для индийских детей, заведениях, созданных под началом церкви и государства. Собственное расследование этой деятельности церкви и попытки обнародовать информацию о ней обернулись для Аннета личной трагедией. Он поплатился за это всем, что было в его жизни, семьей, работой, положением, именем. В Канаде работали школы-интернаты для детей индейцев Магавк под патронажем английской церкви, глава королевы Елизавета и глава Ватикана Йозеф Ратцингер. В них в заключении содержались дети индейцев Магавк, половина из которых не вернулась из интерната. По оценкам секретаря Международного трибунала, это более 50 тысяч детей. Королева, у меня такая жизнь, что я постоянно занята. Детский голос. А какой у вас дворец? У меня большой дворец, там много длинных коридоров. Свидетель обвинения королевы Елизаветы Уильям Комп был убит в 2011 году. Он был свидетелем приезда королевы Елизаветы в один из интернатов в 1964 году. Она выбрала 7 мальчиков и 3 девочки. Она взяла их с собой на пикник на озеро. Больше этих детей никогда не видели. В ходе недавних исследований территории интерната с помощью радаров были обнаружены массовые могилы детей. Их хоронили прямо под газоном вокруг школы, чтобы скрыть следы геноцида. В закрытом здании нашли орудия ритуальных пыток детей. Были и свидетели ритуала, которые видели католических священников. Сексуальное насилие было нормой, и даже случались убийства. Там мне пришлось испытать невероятные пытки со стороны католиков, особенно брата Мерфи. Я был свидетелем того, как он выбросил с балкона третьего этажа девочку, и она умерла. В этом видео описывается детство в одной из 80 канадских школ-интернатов для индийских детей. Стимас и Вахцек были вождями племени и стали представителями Международного трибунала по преступлениям церкви и государства. Вот что они рассказывают. «Мне было 6 лет, когда они забрали меня из моей семьи. Они забрали моего брата и сестру тоже. Из 14 мальчиков из моей деревни, которых принудили проживать в католических школах-интернатах, выжили только мы двое. Однажды ночью 5 моих лучших друзей забрали, и они никогда больше не вернулись. Позднее мы обнаружили их могилы на холме. Нас регулярно выстраивали в халатах на алтаре. Нам не позволяли носить нижнее белье, чтобы священник всегда мог нас использовать. Духовенство насиловало молодых девушек, а потом сжигало их новорожденных детей в печи. Меня зовут Ирен Фавел, мне 75 лет. С 1941 по 49 год я жила и училась в школе-интернате для индийских детей. В то время мне жилось очень тяжело, со мной очень плохо обращались. Когда я была маленькой девочкой, стала свидетелем того, как одна из воспитанниц только что родила младенца. Воспитатели завернули ребенка в розовую ткань, отнесли его вниз на кухню и живьем зажарили его. Чувствовался запах жареной человеческой плоти. Когда люди утверждают, что к нам там хорошо относились, это ложь. Судья Верховного суда Британской Колумбии сказал нам, что наши поиски справедливости – это фантазия. Никто из них никогда не пошел под суд за смерть ребенка. Церкви должны уйти с нашей территории или предстать перед судом, говорят старейшины. Сегодня в нашей передаче участвует Кевин Аннет. Он с нами на связи сейчас. Кевином была проведена огромная работа, найдены останки большого количества детей, имена многих из пропавших детей перечислены на этом сайте. Официальные власти говорят, что то, что он делает, извлекает эти останки, это незаконно. Огромная вам благодарность за ту кропотливую работу, которую вы проводили в течение последних 10 лет. Расскажите о последних событиях в этой области. Что происходит сейчас? Как это я вижу, правительства стали просто одержимыми по поводу уничтожения маленьких детей. Спасибо, Алекс, что пригласили меня. Сейчас в Брюсселе проходит второй судебный процесс. Первый мы проводили в 2013 году, где в качестве обвиняемого был папа римский Бенедикт Ратцингер. На втором судебном процессе Международного трибунала по преступлениям церкви и государства рассматриваются преступления, связанные с глобальной торговлей детьми, детским трафиком. И ныне действующий папа римский Хорхе Бергольо назван в качестве одного из главных обвиняемых, так как он занимался торговлей детей во время грязной войны в Аргентине и продолжает это делать в настоящее время. В результате расследования мы вышли на некую организацию, которая называется «Девятый круг». Нам удалось выяснить, что эта оккультная организация, занимающаяся сатанинским детским жертвоприношениями, действует под руководством католической церкви уже более 2 веков, согласно документам Ватикана, которые были предоставлены суду. Эти ритуалы завершаются почти по всей Европе и Америке. Все это под прикрытием военных и полиции. Сейчас у нас есть контакты в Ирландии. Нам предоставила информацию полиция Ирландской Республики о том, что вот эти 800 трупов убитых детей в Туаме найдены обезглавленными и расчлененными. Это как раз является классическим сатанинским символом.
симптомами ритуальных человеческих жертвоприношений. Вот вы собрали столько показаний свидетелей. А как-то вы записывали эти рассказы? Можно ли это подтвердить аудиозаписями? Конечно. Как и по предыдущему делу, нами было собрано огромное количество свидетельских показаний, аудио, видеозаписей, запротоколированных заявлений. Но в этом втором деле их намного больше. В конце расследования будет предъявлен полный набор доказательств, так как это все происходило в глобальном масштабе. Затронуло огромное количество людей. Мы даже не обладаем таким количеством сотрудников и средств для того, чтобы все это собрать воедино. Тем небольшим составом сотрудников, которые есть у нас в Брюсселе и в других местах, мы пока собираем свидетельские показания. Но помимо прямых свидетельских показаний против Хорхе Бергольо, есть еще и материалы, которые мы получили из секретных архивов Ордена Иезуитов в Ватикане. Это один из документов под названием «Магистериал Привилегий», «Привилегия арбитров». Он гласит, что каждый новый папа перед вступлением в должность обязан пройти ритуал убийства младенца с употреблением его крови, убить младенца и выпить его кровь во время совершения культа девятого круга сатанинских детских жертвоприношений, так как это придавало ему определенную духовную власть и контроль над человеческой расой в соответствии с их больным воображением. Папа Франциск, согласно записям, полученным из архивов Ватикана, участвовал в сатанинских обрядах жертвоприношений детей, еще будучи священником и епископом в Аргентине. Высокопоставленный ватиканский чиновник, бывший сотрудник Курии Ватикана, предоставил эти документы суду. Судебные документы Международного трибунала содержат записи о том, что Папа Франциск управлял сетью массового оборота и торговли детьми из Ватикана. Три свидетеля утверждали, что специальный офис в Ватикане координировал этот глобальный трафик. Специфика этого специального учреждения, созданного для эксплуатации детей, была описана под присягой бывшим сотрудником Курии Ватикана. Другой свидетель также представил свое знание устройства этой сети торговли детьми. Согласно показаниям третьего свидетеля, Хорхе Бергольо была обещана должность главы католической церкви в Аргентине, если он организует поставку детей для этой преступной сети. Это были дети-сироты, оставшиеся без родителей после уничтожения 150 тысяч политических заключенных во время грязной аргентинской войны. Этот свидетель, укрывающийся в Испании, бывший чиновник аргентинской хунты, который имеет обширные записи переговоров Хорхе Бергольо с военной хунтой Аргентины. Глава католического ордена иезуитов Адольфо Пачон объявил о своей отставке после того, как Международный суд общего права в Брюсселе доказал его связь с культом девятого круга. Пять судей рассмотрели показания многочисленных очевидцев и данные из архивной документации Ватикана, совершенно точно увязывающие Пачона, папу Франциска, бывшего папу Ратцингера, архиепископа кентерберийского Джастина Уэлби, с ритуальными изнасилованиями и убийствами детей, произошедшими совсем недавно, в 2010 году. Вот что сказал главный прокурор Международного суда по преступлениям церкви и государства перед 5 международными судьями и 27 членами суда. Документы из секретных архивов Ватикана, представленные в суде, однозначно указывают на то, что на протяжении веков иезуиты в соответствии с четко намеченным планом совершали ритуальные убийства новорожденных младенцев с последующим употреблением их крови. Эти действия вытекали из их извращенных представлений о том, что так они извлекают духовную мощь из крови невинных и обеспечивают тем самым политическую стабильность папства в Риме. Эти акты геноцида были системные и узаконенные. По крайней мере, с 1773 года они выполнялись римско-католической церковью, иезуитами и папами. Расскажите нам о девятом круге. Информация об этой организации пришла к нам прежде всего от свидетелей участников, которые были воспитаны в этом культе. Но также в прошлом месяце суду был представлен документ, который мы получили через наши источники в Ватикане. Документ был на латыни и хранился в секретных архивах Ватикана. Там же, где и другой секретный документ, который требует от католических священников покрывать случаи изнасилования детей. Это из того же архива. И в этом документе есть ссылки на этот культ девятого круга. Теперь это уже подтверждено из источников очень высокого уровня в самой церкви, которая выходит на нас, так как у них есть своя фракционная борьба внутри Ватикана.
Католические священники присматриваются к внеземным цивилизациям. Отныне расширять паству Ватикан намерен за счет инопланетян. Амбициозный план озвучил главный астроном церкви Гай Консальманье. Он подчеркивает, крестить пришельцев будут по католическому обряду, но только с их согласия. В мае 2008 года общественность была потрясена сенсационным заявлением Ватикана в лице его главного астронома Хосе Габриэля Фунеса. Впервые за 2000 лет своей истории католическая церковь признала существование инопланетных цивилизаций и допустила возможность того, что древние пришельцы могли прилетать на Землю и влиять на развитие науки и культуры. Вряд ли такое смелое утверждение было сделано без ведома римского папы. К тому же Ватикан уточнил, что вера во внеземную жизнь никак не противоречит вере в Бога, ибо инопланетян тоже создал Господь. Архивы Ватикана писались и собирались столетиями. И я прочитал в этих архивах две главы о давнем интересе Ватикана в вопросе об инопланетянах. Они имеют целую теологическую доктрину по данному вопросу. Она называется «Принцип разнообразия», по которой Бог может создать все, что только возможно. И они считают существование инопланетян неизбежным последствием Божьего всемогущества. И ты фактически интересовался работой ватиканских астрономов. И что они тебе сказали? Да, я имел такую необычайную возможность посетить гору Грэм в Аризоне, где находится Ватиканская обсерватория. И там находится так называемый ими Ватиканский астрономический передовой телескоп, где ватиканские астрономы изучают дальнее космическое пространство. И по ходу дела, пока мы получали разрешение от штатного университета Аризоны на посещение этой обсерватории и встречи с астрономами и иезуитами, которые там работают, мы также получили доступ к главным астрономам, которые находятся в Риме, включая одного из ведущих астрономов Ватикана, Гая Консальманье. Ну и что было самое главное из того, что вы узнали от них? Были два самых важных ответа. Первое, он смело заявил, что очень скоро народы всего мира будут смотреть на этих инопланетян как на спасителей. Вы слышали, что он сказал? Вы видите, как быстро все это совершается, и мы действительно уже живем в самые последние дни. И так как нам хотелось побольше узнать о том, что они там еще делают, то он согласился дать нам еще 5 интервью из Рима. И потом передал нам документы, которые обычно не публикуются для общества. Эти документы освещают богословское учение, которое владеет умами сегодняшних высших кругов Ватикана. И одним из их постулатов является то, что Иисус, по их мнению, был сыном детей звезд. А что это означает, дети звезд? Это означает, что, скорее всего, Иисус был отпрыском одного из инопланетян, от которого Дева Мария зачала, когда они ее похитили. Исходя из всего этого, они разработали теперь теорию, согласно которой нам скоро придет инопланетный спаситель из другого мира. Потерпите, вы еще больше услышите о той работе в рамках ватиканского проекта «Люцифер», о которой сообщил этот астроном. Итак, мы продолжим наш рассказ об этом крупном католическом астрономе под номером 1, который работает над осуществлением проекта под названием «Люцифер». Что это такое? Там, на вершине горы Грэм в Аризоне, расположена комплексная обсерватория, в которой находятся 3 очень мощных телескопа. Один из них современнейшего типа, второй — радиотелескоп, а третий — это большой бинокулярный телескоп,
который является самым мощным телескопом в мире, с помощью которого получают даже лучшие снимки, чем с космического телескопа на Хаббле. Встроенная в этот телескоп инфракрасная камера называется «Люцифер». Очень странное имя для камеры, как мы узнали. Это имя ей дали немецкие астрономы из института Макса Планка. И Ватикан является частью всего этого конгломерата, так что они работают все вместе, и вся эта техника используется в области астробиологии, с помощью которой они ищут инопланетную жизнь. Инфракрасный спектр также используется, чтобы видеть вещи, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом. То вы можете увидеть много кораблей НЛО и разных существ, которых обычно не увидишь. Расскажите еще, что сообщили вам ватиканские астрономы? Мы находились там целый день и общались с этими иезуитами и инженерами лицом к лицу. И это было удивительно, как они допустили нас до всей этой информации. И что нас там особенно удивило, это то, как они пользовались люциферами, при этом часто упоминали про НЛО, которые они таким путем постоянно видят. Мы просто были удивлены тем, как им уже приелись эти НЛО. Да, но это же демоническое проявление, что там Ватикан изучает теперь. Ну, они не только это все изучают. Корадо Балдуччи, кто был официальным представителем Ватикана и их рупором, заявлял уже о том, что инопланетяне существуют не только в других мирах, но и пребывают на Земле. Вы можете сейчас найти видео с его речью на YouTube, где он сообщает итальянскому телевидению, что ватиканские посольства сегодня собирают информацию об этих инопланетянах по всему миру. И они, ватиканские верха, во все это очень серьезно верят, невзирая на наше личное мнение и на то, что думают обо всем этом остальных хозяев. И вообще скажу вам, учитывая похищения, которые они совершают, что все это, конечно же, демонические проявления из потустороннего мира, которые действуют под маской представителей инопланетного разума. То есть они не являются какими-то разумными существами с других планет. У них также имеется заговор, целью которого является скрещивание людей с другими видами жизни. Они нам дали столько информации, что нам пришлось использовать труд 6 специалистов, которые изучали 1000 страниц материала. И вот что они нам рассказали о том, как они теперь собираются повлиять на умы верующих. Там есть профессор из Папского университета Рима, и это весьма уважаемый ученый по фамилии Танцанелло Нитти, который издал труд, в котором говорится: «В ближайшем будущем нам нет нужды отрекаться от нашей первоначальной христианской веры, однако, согласно знаниям, поступающим к нам из другого мира, мы, как только удастся нам эту информацию подтвердить доказательством, должны будем изменить наше толкование Евангелия». Вот какие сведения мы получили с самых ватиканских верхов. И куда же, по вашему мнению, приведут все эти исследования? Я считаю, что все это приведет к неизбежному великому заблуждению. Они-то, конечно, уже знают гораздо больше того, о чем говорят официально. И они таким путем постепенно проводят работу, чтобы в конечном итоге повлиять в нужном им направлении не только на умы католиков, но и на весь мир, чтобы приготовить его к тому, что они замыслили. При таком раскладе прогрессивность и прозорливость Ватикана не будет вызывать у паствы никаких сомнений. Я полагаю, и другим религиозным лидерам стоит определиться со своей позицией в этом весьма актуальном вопросе. Это касается всех – христиан, иудеев, мусульман, индуистов. Мой источник в Ватикане сообщил, пришельцы первыми вышли на контакт. Диалог состоялся, и теперь католики подготавливают человечество к встрече с гостями из иных миров. Возможно, эти гости привнесут на Землю свое учение, которое расширит наше понимание Евангелия, внесет ясность в те моменты, которые казались нам архаичными и ошибочными.
13 мая 2014 года во время своей проповеди Папа Римский Франциск сказал, что он будет приветствовать жизненные формы пришельцев в открытые объятия католической церкви. На самом деле они ожидают, что пришельцы спасут человечество. И Папа Франциск уже открыл дверь для пришельцев. Пришельцы – это никто иной, как падшие ангелы. УНИЦЕФ совместно с Ватиканом начали кампанию по подготовке человечества к принятию чужеродных пришельцев. УНИЦЕФ, детский фонд Организации Объединенных Наций, выпустил видео, показывающее, как чужеродный ребенок интегрируется в классе с обычными детьми. Сначала над чужеродным ребенком смеялись, но после того, как он показал свои нечеловеческие способности, он был принят человеческими детьми. Вы должны знать, что у УНИЦЕФ есть соглашение с организацией Ватикана, называемой инициативной Scholas Occurrentes. Эта организация, основанная Папой Франциском, спонсирует УНИЦЕФ в попытке изменить способ воспитания и обучения детей. Этот видеоролик УНИЦЕФ свидетельствует не только о наличии прямой связи между УНИЦЕФ и Ватиканом, но и открывает нам то, что Ватикан является частью тайного плана инициативы Организации Объединенных Наций по подготовке человечества к принятию чужеродных пришельцев с конечной целью интегрировать этих чужеродных в человеческое общество. Текст в описании видеоролика, опубликованном на странице Facebook UNICEF, гласит: «Знать кого-то еще – это отличная возможность поделиться ценным опытом. Скажите «да» интеграции». Да не обольстит вас никто никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Вот стоят два первосвященника, выдающихся, на мой взгляд, политических... Коллеги, мы при историческом моменте вообще присутствуем. Ну, в принципе, вот сейчас, да, прямо принципе, сейчас, да. Прямо здесь и сейчас. В апреле этого года Папа Франциск сделал заявление, которое шокировало весь мир. Бергоглио одобрил и благословил микрочипы Божьим благословением для человечества. Он сказал: «Мы внимательно изучали Священное Писание, и я могу однозначно сказать, что там нет ничего, что хоть бы немножко намекало, что микрочипы с какого-нибудь взгляда являются сатанистскими. Наоборот, эти технологии являются благословением от самого Бога, будучи данными человечеству для решения многих мировых болезней, как физических, так и духовных. Только люди с больным воображением могут принимать это благословение как дьявольскую метку». В завершении своего выступления Франциск, глава государства Ватикан, заявил всем присутствующим о своем радостном плане сделать имплантацию микрочипа, который будет обязательным для всех жителей. «Я желаю всем нам обновить свое призвание, обновить свои убеждения, обновить свое призвание, обновить свои убеждения».
Лама Зеус, Лучифер Матутинус инвениат. In lei, in quam Lucifer, qui nescit occasum, Christus filius tus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. That is Apollyon the Destroyer. Mars, the Roman god of war. And we've got that same representation of the Holy of Holies type thing, and him raising out of it Apollyon the Destroyer, the Antichrist. That is not Jesus. I don't think it takes much to work out that that's not Jesus. Thank you, Gail. You know, Pope Francis is also going to celebrate his first Mass in the United States, and that is at the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception. Now, he is the third Pope to visit the Basilica, that is on the Catholic University. ...о тайной почитании Люцифера в католической церкви. Для лучшего понимания мы наперед сравним точное значение слова «Люцифер» с помощью толкового словаря. Так как до сих пор мы имя собственное Люцифер знали только из церковной латыни. Уже всегда это было имя собственное сатаны, то есть дьявола. И если это имя во все большей мере совершенно открыто появляется в латинском поклонении, то это уже очень ясное заявление. Но почитайте и посмотрите сами. Люцифер. Церковный латынь. Люцифер. Он дьявол, сатана. Определение толкового словаря. Уже всегда толковый словарь определял Люцифера как церковно-латинское имя дьявола или сатаны. В то время как говорящий на латинском запевал во время пасхальной мессы открыто и свободно поет о Люцифере, немецкие тексты католических песенников вуалируют имя Люцифер словом «утренняя звезда». Но латинская Библия, Вульгата, нигде, например, Иисуса, называя «утренняя звезда», не применяет слово «люцифер», а исключительно «стелла сплендида матутина» — «сияющая утренняя звезда». И открытие этого очевидного заувалирования Люцифера ведет сейчас прямо к всемирному возмущению. Мы провели 2 часа в открытых братских дискуссиях с полным пониманием ответственности за свои церкви, за будущее христианства и за будущее человеческой цивилизации. Это была очень содержательная беседа, которая дала нам возможность понять и почувствовать позиции друг друга. И результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что сегодня 2 церкви могут активно совместно работать, защищая христиан по всему миру.
Сердечно приветствую делегацию молодых священников Московского Патриархата, гостей Папского Совета по содействию христианскому единству. Да благословит Бог Всемогущий заступничеством Божией Матери вашу страну и усилия Русской Православной Церкви по диалогу между религиями и ради общего блага. Saluto di cuore la delegazione. Года, в октябре месяце, приехал сюда митрополит Кирилл. Он еще был митрополитом. И он осветил храм в Горнем монастыре. Этот храм, который был заложен Антонином Капустиным. Но спустя немного времени начали ремонт маленькой часовенки, в которой когда-то Иоанн Креститель проживал после смерти его матери, вот еще мальчиком. И в этой пещерке стал ремонт. И они решили этот ремонт, этот часовенку, и начали там вычищать все. И наткнулись на архив Антонина Капустина, который мне самой лично пришлось прочитать. Имена я говорить людей не буду, они не нужны нам. Но в архиве что было написано? Я, грешный Антонин Капустин, архимандрит Антонин Капустин, сделал закладку верхнего храма всем святым на Руси просиявшимся, но мне было явление, я его не дострою, он будет достроенный перед пришествием Антихриста и освящен предтечием Антихриста. Ведь в каждом из нас сидит зверь. Осветил его, конечно, к сожалению, митрополит Кирилл. Того же года, когда приехал сюда митрополит Кирилл, он у стены плача очень ото всей души поблагодарил своих любимых хасидов, которым сказал, что я следующий патриарх, и я сделаю для вас все, чтобы ваша мечта сбылась. Как же он мог подчиниться вере нехристианской? Католичество — это все равно, что вера нехристианская. Ну, это уж слишком. Ну, как это? Католичество, вера нехристианская. А какая же? Католичество римское – это хуже самого атеизма. Это таково мое мнение – католичество римское. Ну... А оно же, как и атеизм. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше. Искаженного Христа проповедует. Им же оболганного, поруганного Христа противоположного. Palabra de su santidad Papa Patriarca Кирилл de Москву и de toda Rusia. Слово патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Palabra de su santidad Papa Patriarca Кирилл de Москву и de toda Rusia. Слово патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Palabra de su santidad Papa Patriarca Кирилл de Москву и de toda Rusia. Слово патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ваше святейшество, ваше высокопреосвященство и преосвященство, ваше превосходительство, господин президент Республики Куба, дорогие братья и сестры, дамы и господа, мы провели
два часа в открытых братских дискуссиях. Если у кого-то еще остаются сомнения, что нужно ли делать все то, чему патриарх учит, оставьте все сомнения и строго исполняйте то, что я повелеваю. Потому что не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской Православной Церкви. Другого пути для нашей церкви сегодня нет. Слово Его Святейшества Папы Франциска. Santidad, eminencia, reverencia. Ваше святейшество, ваше высокопревосходительство, дорогие братья епископы. Hablamos como hermanos. Tenemos el mismo bautismo. Somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando. Мы говорили как братья, потому что мы епископы, мы имеем ту же самую веру. Великому Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Веденские Оптины Пустыни, священно-архимандрита, и господина Его Высокопревосходительства Владимира Владимировича, президента России. Этот приезд на Кубу совпал с очень важным событием. Esta visita mía a Cuba coincidió con otro acontecimiento muy importante. В истории вселенского христианства. Un acontecimiento en la historia del cristianismo universal. Я имел возможность встречи братской, открытой, исполненной любви с епископом римским. Папой Франциском. Чтобы внушить людям, которые живут на этой земле, что мы дети одного Бога. Дети одного Бога. Внушить людям, которые живут на этой земле, что мы дети одного Бога. Дети одного Бога. Внушить людям, которые живут на этой земле, что мы дети одного Бога. Дети одного Бога. Как в наше время политика уже не политика, а богословие. Значит, брать или Христа, или антихриста. И называют путь новый мировой антихристов путь. Вот очень это важно. Мы на пути Христов, Его святых заповедей, Его святых основ христианских, православных. А они пытаются через глобализацию, через чипирование, биометрию, такие документы электронные, которые повреждают человека, улавливают все эти бесовские, и человек становится управляемый робот, и улавливает души человеческие. Почему мы советуем не брать эти документы. И видно, что некоторые не берут документы, они пытаются и церковь повернуть туда же, к сатане. И ныне они через экуменизм поворачивают церковь не к католичеству, а ко всем религиям, и именно к сатанизму. Они выстраивают новую мировую религию. Нам надо быть верным Иисусу Христу и не идти этим путем. Нам надо хранить эти заповеди Божии. И нам надо бороться против этого. Бороться, чтобы показать людям, что путь к сатане ведет к погибели душ нашей.
и что, а мы, как православные, остаемся верны Иисусу Христу по слову Господа. Будь верны до смерти, и дам тебе венец жизни. Быть верным Иисусу Христу, значит, мы надеемся на Его помилование и спасение. И мы должны понести людям сказать, что сатанизм, что церковь антихриста, церковь, которую создают наши экуменисты, это не просто церковь сатаны. Они создают общие все религии, которые есть, соединяются в одном зале, допустим, было такое, оставят свечи все от всех религий. И потом папа прочитал молитву общую, и все подписались под этой молитвой. И папа, и Варфоломей целовались со всеми еретиками, которые создали новую религию антихристову. Поэтому будем верны Христу и Его Святой Церкви даже до смерти. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Я хотел сказать несколько слов после просмотра фильма «Экуменизм и папизм». Вот для всех, кто успел посмотреть, было это наши русские архиереи или монашествующие русской церкви, священники или миряне. Мы показали вам вот именно не этапы, а именно цельность, именно организованную тайну беззакония, которую можно сказать, что это раскрытие малой части тайны беззакония. Вот этот фильм «Экуменизм и папизм», «Маски антихриста и сатаны» — это малая часть вот той тайны беззакония, которая совершается в наше время, на наших глазах, сейчас. И вот все этапы построения диктатуры и царства антихриста. Вот начиная вот сначала так называемый межхристианский экуменизм, который в наше время перерастает в межрелигиозный экуменизм, так называемые межрелигиозные саммиты, межрелигиозные встречи, диалоги. И уже реально в наше время печать антихриста, или по слову Божию в Откровении Святого Иоанна Богослова, она названа начертанием зверя, имя зверя или число имени его. Это одно и то же, это 666 в разных вариантах. Вот, значит, начертание зверя уже реально в наше время люди получают не только в своих паспортах, или в пластиковых картах, или в картах с магнитной лентой, чипом, а уже реально люди получают на лоб или на руку. Вот это надо, как Господь нам говорит, что если вы, лицемер говорит, умеете, узнаете времена, как погоду, умеете, какая будет погода, а времена и сроки, вот именно пришествия и конца времен, не можем рассудить. Но с помощью Слова Божия, с помощью вот пророчеств наших старцев, мы обязаны вот именно трезвиться. И именно для этого, братья и сестры, мы сделали этот фильм для того, чтобы увидеть именно, как сказать, совокупность, что тайна беззакония, она совершается не только в экуменизме, не только в отступлениях лжепатриарха Кирилла и других экуменистов, она совершается всецело и всеобхватно, опутывает как сеть, как паутину. Но это дьявольские козни, которые охватывают все области жития человека, как материальную сторону жизни, так и религиозную, и всю душевную, любую сферу жизни вот эти дьявольские козни опутывают. И что вот хотел вот именно обратить внимание, вот сегодня мы послужили божественную литургию. В божественной литургии, на литургии верных, мы возглашаем такие слова: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем». И в это время хор, лик поет «Отца и Сына и Святаго Духа».
Троицу единосущную и нераздельную. И посмотрите, братья и сестры, потому что обращаюсь и к тем, кто смотрел, хотя говорю вот здесь на фоне, но обращаюсь и к тем в России, к нашим сестрам, которые посмотрели фильм. Посмотрите, как важно. Литургия является вершиной и наиважнейшей как точкой для нас, христиан, сосредоточить всей нашей духовной жизни, и потому что мы здесь, в святом причащении тела и крови Христовых, соединяемся с живым Богом. И когда мы на начале литургии верных возглашаем вот этот возглас, мы свидетельствуем в первую очередь перед Богом то, что мы веруем во Святую Троицу. Это первое. Веруем во имя Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Потом мы свидетельствуем, что мы не просто веруем, но что мы верим единомысленно с нашим священником, с нашими братьями и сестрами, здесь находящими, молящимися, с нашим митрополитом, которого возглашаем на Иктинии, и с нашим патриархом. И еще очень важно, что мы, возглашая эти слова, их возглашаем, мы говорим «возлюбим». Значит, мы не просто верим бездушно, а «возлюбим» мы говорим с любовью, что мы любим и друг друга. И еще очень важная такая вещь. Господь говорит, что тот, кто кланяется Богу, должен кланяться Ему в духе и истине. И вот смотрите, вот несколько вещей вот показываю. Первое – это поклонение Святой Троице. Второе – это единомыслие обязательно со своим пастырем, предстоятелем, митрополитом или патриархом. Любовь. Она, конечно, она даже, может быть, она первая, потому что, когда мы говорим «возлюбим», это первые слова. Но я просто в перечень сейчас говорю «любовь и истина». Эти вещи необходимы для православного христианина, чтобы он истинно поклонялся Богу, чтобы он истинно молился Богу, и особенно важно, чтобы он это совершал во время божественной литургии. А сейчас, если рассмотреть, что действительно ли сейчас те люди, которые продолжают поминать икуменистов, поклоняются Богу в духе и истине. Вот я хочу на опыте вам показать, братья и сестры, чтобы это, что получается. Первое, что икуменисты веруют в другого Бога. Они не верят в Святую Троицу. Потому что когда они исповедуют одного Бога с иудеями, с мусульманами, с буддистами и с другими нехристиями и язычниками, и уже с сатанистами. Этот Бог не есть Бог Святая Троица. Это лже-бог, сатана. Тот, кто не почитает сына, он не имеет и отца. Все эти религиозные сборища, они не веруют в Господа нашего Иисуса Христа, как в Спасителя мира. Спасителя и Искупителя мира. Вот. Это первое, что тот, кто продолжает поминать икуменистов, он в первую очередь... у него не одинаковая вера с ним. Значит, уже нету единомыслия. И третье. Большинство архиереев, большинство священников, большинство мирян понимают, что лжепатриарх Кирилл, он икуменист, еретик и отступник от веры православной, но продолжает поминать его против совести, потому что понимают, что если прекратят его поминание, то они лишатся своей кафедры, лишатся своего прихода и будут в немилости и гонимы. Уже, значит, они поминают патриарха против совести, они поминают его не по любви. Нету этой взаимной любви, вот которая, вот когда человек знает, он не может сказать, что у меня одинаковая вера с патриархом. Это не может сказать никто вот из людей после просмотра этого фильма, я имею в виду. Потому что многие не знают о тайне беззакония. Но после просмотра фильма любой православный христианин не может сказать, что у него одинаковая вера. И самое главное, что
продолжающие поминать патриарха Кирилла, лжепатриарха Кирилла, они, можно сказать, они поступают против духа евангельского, против духа святых апостолов, потому что святые апостолы, Священное Писание и слова святых апостолов, святых евангелистов, слова, это слова самого Господа, это слова, сказанные от Духа Святаго, они для нас являются основополагающими для нашей веры, они являются основанием веры. Священное Писание, священное предание, священные каноны и учения и жития святых угодников Божьих. И вот если как-то кто-то ссылается на каноны и пытается их толковать по-своему, хотя вот 15-е правило Двукратного Константинопольского собора, оно именно указывает, что нам нужно отделиться от еретичествующего. Обратите внимание, еретичествующего, но здесь не сказано ни об отступнике, ни о богоборце, ни о сатанисте, потому что это само собой разумеющееся, это эти слова сказаны у апостолов, они нам говорят вот такие вещи. Святой апостол Павел говорит, что тот, кто вам благовествует, не то, что мы благовествовали, даже если будь то ангел с неба, анафема да будет. И если он благословит не то, что мы благовествовали, то да будет анафема. Он здесь показывает, что как сам лжеучитель, так и его лжеучение одинаково сразу предаются анафеме, без никакого рассмотрения. И в этом сразу, потому что дух евангельский, и он единый, цельный. И сразу святой апостол Иоанн Богослов говорит, тот, кто приходит к вам и не переносит Христово учение, такого даже и не приветствуйте, потому что тот, кто приветствует его, участвует в злых делах его. Посмотрите, братья и сестры, что не просто поминать, или молиться, или сослужить, или что-то другое делать, даже не приветствовать, даже не садиться с ним за одним стол, потому что это враг Христов, это человек, который противится Духу Святому, это человек богоборец. А сейчас вы конкретно увидели, что это не просто какая-то ложная, как сказать, обманчивая икуменическая ересь, которая мнит о всехристианском единстве. Нет, это просто тайный сатанизм, тайное беззаконие, которое вот сейчас, слава Богу, Господь это показывает всем нам, чтобы мы решительно отвергли. Почему решительно нужно это отвергнуть? Потому что мы живем во времена последние, потому что мы живем во времена, когда скоро Господь придет судить всех нас. Потому что мы живем все во времена, когда скоро придет Царь Православный, и мы должны быть верны Богу, Царю и Отечеству. Мы должны отвергнуть икуменистов и всех богоборцев, потому что скоро придет Антихрист, и если мы неверны в малом, вот сейчас, когда еще нету гонений, нету страданий, нету мучений, то мы и перед его кознями, и перед его обольщением у нас не будет духовных сил. Мы сейчас должны вот постоять. Вот такие вещи вот это хотел обратить внимание. Простите, потом Бог даст запишем вот беседу вот с батюшкой, чтобы вот братьям и сестрам дать выход, потому что недостаточно увидеть эту тайну беззакония. Это очень тяжело все смотреть, и когда человек посмотрит, он сразу, у него возникает вопрос, а куда мне ходить, а что мне делать, а где я буду причащаться, а у меня маленькие дети, а у меня больная мама, а у меня нету средств куда-то ездить. И вот на эти вопросы обязательно нужно ответить, потому что это недостаточно вот как открыть им зло, показать, что это оказывается здесь лукавое просто зло, сатанинское зло, а нужно вот и дать выход. И поэтому мы постараемся, братья и сестры, этот выход дать, записав вот видео. А сейчас Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе, к нему.
Христос – истинный Бог наш, молитвами пречистые, пренепорочные, святые своя Матери, молитвами святых царственных великомучеников, царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, царевен Ольги, Татьяны, Марии Анастасии, молитвами преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, молитвами преподобных и богоносных отец наших Афонских, святых и праведных, Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.